Вот город, где я живу. Это мой дом, моя семья. И вот мы в Средневековье. Просто прими меня обычным. Это делает тебя уязвимым. Кто-нибудь объясните, что происходит. Это метафора? Это трезвость. Мы на пути к выздоровлению. Сделай дыхательное упражнение. Ты меня пригласишь войти? Я приглашаю тебя в мой дом. Мне нужна твоя помощь, Уилл. Клара убила мальчика в школе. Я ее очень веселю. Хотя бы я в безопасности. Что-то тебя ломает. Хочу жить как можно нормальнее.